Всем огромный привет! Сегодня приготовим чечевичный суп студенческий. Я назвала его так, потому что готовится он всего из нескольких ингредиентов. Кроме того, на его приготовление вы затратите не более получаса. Для его приготовления понадобится 1 стакан чечевицы, 2 луковицы, 150 грамм колбасы и 1 столовая ложка кетчупа. Мелко нарезанный лук обжариваем в сотейнике либо казане до легкой золотистости. Добавим кетчуп и будем обжаривать еще несколько минут. К обжаренному луку добавляем хорошо промытую чечевичную крупу. И заливаем 3 стаканами кипятка, стакан такой же, которым отмеряли чечевицу. Добавляем овощную приправу, либо соль и черный перчик по вкусу. Перемешиваем, убавляем огонь, накрываем крышкой и будем варить ровно 15 минут. В пропорции 1:3 получается супчик вот такой густоты. Колбасу либо сосиски нарезаем небольшими кусочками. И слегка обжариваем на сковородке с растительным маслом. В конце добавляем кусочек сливочного, так будет еще вкуснее. Добавляем обжаренную колбаску вместе с маслом в суп, перемешиваем и вуаля, все готово! Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!